Так, Саша Андреев, касание. Наблюдаем за прудником и за Саша Андреева в категории 90 килограмм. Посмотрим, как, что здесь. Прудник, наверное, же готовился. Прудник тоже красавчик. О, касание. Еще хочется посмотреть за этим шведом справа. Обязательно посмотрим. Ох, он дикий, а. А за этим шведом стоит посмотреть. Потом поймете, почему. Это необычный шведик. Он в этот раз себя покажет. Да-да-да, я уже видел, кто победил, кто в финалах победил. Поэтому как бы это и говорю. Очень крепкий, видите? Просто очень крепкий. Так, Черский у нас сегодня что-то показал. Либо это так тактика у него сорваться. Так. Да, вот хорошо, что Черский выступает. Воу, воу, вы видели? Вы видели Черского? Ах, активно, как он хотел победить. Активно старался со старта, резко. Я уверен, он готовился на него. Он когда шел, он готовился 100%, я вам говорю. Чуть-чуть не хотело дотянуть. Ох, фол, фол, фол. Нервы сорвали. Ух, 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 ух. Вылетела кисть у прудника. Но дали побороться. Вот так, хорош, крутился, отлично, продвигается к Олимпу. Так, швед, швед с россиянином, но швед очень-очень интересный, такой дикий, такой заряженный, такое чувство. Так, почему нам интересно именно прудник и Сашо? Напомню, что это уже третья схватка их, как на Европе и мире, где постоянно побеждает Саша Андреев. И все хотят посмотреть, что прудник может в этом году применить против него. Потому что, ну, мне кажется, прудник должен готовиться к Саше. Он идет целенаправленно в эту категорию. Вот. Ну вот Черский готовился, это видно сразу. Что нам покажет прудник? Воу-воу-воу. Как-то интересно, так ушел фолд. Нормальный россиянин этот, я ошибался, смотрите, держит. Все, победа, хорош. Напрягли, напрягли шведы, конечно. Еще посмотрим вот этого Петрова с Болгарии, потому что он тоже очень сильный спортсмен.
Грузник вечно не может установиться. Постоянно все перебирает, перебирает. Да, молодец. Смотрим. Бамс, все, никуда не дернулся. Просто не дернулся. Просто в стену. Сошел просто в идеальнейшей форме. Я вам скажу, что это самая зрелищная категория из всех категорий, которые есть на соревнованиях этих. Ах, ах, они злятся, признал. Да не может быть. Так, у каждого по фолу. Фолу. Сейчас посмотрим, что будет предпринимать. О, он пошел чуть по-другому сейчас. Не в крюка. И хорошо, молодец. Джави посложнее. Так, что, фол? Не-не-не, тебе фол. Это пиздец было. Обрадовался, это нет. Тебе фол. Вот это эпично. Вот это надо вырезать и сделать. Отдельный видос, смотрите. Это, смотрите, как он расстроился. Это жестко.